Всем привет, мои дорогие! Очередной заказик, который мне пришел. Сейчас будем вместе его смотреть. Уберем его пока в сторону. Хочется показать, что же нам всем подарили на школе развития человека. Вот реально все забываю снять. Он у меня лежит. Ровно три таких подарочка нам пришло. Почему три? Потому что на школу развития человека ездила и я, и Антон, и Катюша. И вот такие вот три у нас были великолепные события для трех человек. И, конечно же, подарочки. В этот раз компания Faberlic сделала очень классно, очень мудро. Она не выдавала подарки, она их вкладывала в заказ с очередным заказом, что мега удобно. Первые три штуки там таких вложили на семью. Это энзимный такой вот пятновыводитель, очень хороший. Я его уже оценила и очень-очень рада такой новинке, такому подарочку. Артикул 315. Такая вот красота. Дальше нам подарили чай антистресс, очень хорошая штука, на 21 день, ровно на каталог, 21 фильтр пакетик. Состав у него, как вы видите, прям шикарный, очень даже полезный. Артикул 156-67. Следующее это пихтовита, чистейший просто состав. Идет как БАД, как концентрат безалкогольного напитка на основе пихты сибирской. Очень такой вкусненький, елочки. И посмотрите, какой чистейший состав. Это водный экстракт пихты сибирской. Все. Как бы такая вот красота. Клеточный сок пихты сибирской. Это и восполнение иммунитета, и уровня железа поднимает в организме. То есть такая вот баночка. Очень даже не дешевый подарочек. Тут капельки капаются. И по 10 капелек с утра желательно на голодный желудок пить и принимать. Такую вот красоту подарили. Далее подарили спрейчик. Освежитель для воздуха. Тоже новинка. Экзотический оазис. Очень мне понравился. Он идет на водной основе. Артикул 308.05. То есть не аэрозольный, не вредный. Так, дальше Бонжорно гель для душа с ароматом Мальдивы. Артикул 17.55. Ну, прям шикарные подарки. Зубная паста Хамигаки. Артикул 26.73. Очень-очень приятные. Далее вот таких вот три шампуня-бальзама, которые обеспечивают экспресс-уход, очищение, кондиционирование, увлажняют, насыщают питательными веществами, придают шелковистость и блеск. А я еще шампуней назаказывала, представляете? Во-первых, я не знала состав, что там подарят, да, мне просто упало подарок для участника школы развития человека. Что там? Я даже не понимала, что придет. И, конечно, когда я заказала 4 здоровенных шампуня по 400 мл, поняла, что мне пришло еще 3 шампуня по 400 мл. В общем, буду мыться им целый год. Мне сейчас победители по воронке приезжают. Я говорю, девчонки, шампуни с собой, ну точно не берите. Зачем вам этот лишний вес в самолете? Помогайте мне расходовать. Да, надарили, так надарили. Дальше с артикулом 301.53 подарили мне вот такой спрей пятновыводитель. Он тоже очень хорошо работает. Я вообще рада таким подаркам. Дальше масло питательное миндаля и черного тмина. Тоже очень хорошо, халяльное. Это жидкое мыло Самба де Рио. Тоже новиночка. Аромат у него джунгли, такой интересный. Интересный, зелено-цветочный. В общем, не могу сказать, что за аромат. Артикул 14.43, но мне приятен. Мне прям приятен. Там идет пакетик биоразлагаемый, экологически чистый, чтобы мы все это могли в пакетик сложить. Прям заботливые такие подарочки. Ну и, конечно же, вот такой эликсир глубокое восстановление. Я уже его открывала, снимала. Тоже здорово, когда такое вот дарится. Очень хороший такой эликсирчик. Его наносят или на сухие, или уже на влажные волосы. И он восстанавливает волосы от корней до самых кончиков, можно наносить. Возвращает силу, блеск, мягкость. То есть, да, все это про него. Так, крем для рук. Артикул 14.46. Тоже такой приятненький, мягонький, хорошенький кремушка. Очень-очень мне понравился. Аромат тоже такой вот какой-то зеленая, кислинка, цветочная. Ну, вы знаете, не могу описать, но приятный, приятный такой ароматик. Свежий, не свежий, но такой, знаете, зеленый, хорошенький. В общем, будем за ручками ухаживать. И последнее, что было в коробочке, это мыло для кухни, устраняющее запахи. Экзотический оазис. Тоже новейшая новинка с очень приятным экзотическим, опять-таки, ароматом. Артикул 308.10. Вот так нас компания Faberlic задарила. Ну и наша коробочка, это прям такая уходовая у меня коробка, уход за домом, потому что когда я уезжала, у меня тут хозяюшка по дому генералила, она у меня работает уже, ой, не знаю, когда мы еще в Мрыгино жили, переехали мы сюда лет уже 6-7 назад, слушайте, надо считать, чтобы быть честным, да, и, конечно, все немножечко позаканчивалось, и я хотела заказать вот такого, всякого такого, штучки по 3, но забыла переправить в корзине. С артикулом 910-487 профиварежка идет, размер 21/23, ей реально все удобно мыть, вот прям реально очень удобно, пальцем тут вот держишь, сжимаешь, да, вот это место, и
начинаешь чистить. Прям хорошо очень очищается. Причем он двухсторонний. Можно и две таких варежки заказать, и прям мыть очень быстро. Да? Допустим, ведро руки ополоснули с моющим раствором, снова можно мыть. Ополоснули, снова можно мыть. А что еще удобно? Одной рукой переставляете, а другой протираете. Да, тоже очень классно. В общем, мне понравилось. Прям очень хорошая штучка. Дальше для менее доступных мест такая вот профигубка. Тоже хорошая. Точь-точь. Все точь-точь такой же, как и варежка, только она набита каким-то слойчиком еще, да, артикул 910-486. Хорошо, кстати, стирается в стиральной машине. Далее, это у нас идет линеечка Dream Therapy. Такая вот маска для лица, для глаз. Очень люблю такие маски и в самолете, и везде. И моя предыдущая маска просто уже не очень-то красивая, потому что в стиральной машине на постоянной основе крутится. Я даже ее как-то умудрилась постирать в посудомойке в номере. Да, есть же номера с посудомойкой. Я туда сверху положила и постирала. Все равно глаза где-то потеют, где-то что-то. В общем, и стирала я ее уже, отправила в утиль и заказала себе новенькую масочку. Очень такая мягкая, хорошая, не давит. Никаких проблем с ней нету. Вообще вся линейка Dream Therapy мне очень нравится. В поезде едешь, надел беруши, маску. И спишь, и кайфуешь. Получается, знаете, такая телепортация, как мы смеемся, да? Выехал, глаза закрыл, открыл, уже приехал, да? То есть вот это возможно только если у вас есть бананы в ушах, как мы смеемся, и масочка. Вот, ну, беруши мы все-таки в аптеке покупаем. Далее, такие вот трусики, как всегда, беру по ВИПу с 70% скидкой. Очень нравятся, клевые, классные, хорошенькие. Называются Надин, скорее всего, наверное, Надин. Артикул 503-788, да, попа тут полностью такая вот прямая. Тут хлопковая ластовица, то есть все как бы хорошо, замечательно. Такие они легкие, простецкие. Ну, это такие, да, обычные ежедневочки, можно так сказать. Не на какие-то особые случаи, а так. Утром встал, сходил в душ и одел. Дальше, ультракондиционер для белья. Артикул 308-53, один из самых-самых моих любимых ароматов. Восточный пион, это не тот пион, который вот сейчас везде цветет, это именно тот пион восточный. Очень вкусно. И, конечно же, одежду смягчает великолепно. Дальше, что мне попалось, это салфетка для удаления пыли. Ей можно прям сухой прибираться, и пыль уже на нее липнет. Можно ее, конечно, намочить. Она такая мягонькая, хорошенькая, приятненькая. Артикул 910-432 и очень даже большая, 30 на 30, когда расправляется, тоже прям огромнейшая. Так, дальше, что мы возьмем? Ага, это кондиционер-умягчитель для детского белья с ионами серебра. В Якутске мы стираем ее застяки. Артикул 305-16, нам скоро 11 лет, но ввиду с аутизмом постельное белье приходится менять то раз в 2 дня, то раз, то 2 раза за ночь, как когда повезет. В общем-то, да, иногда поймаем в туалетик, отправим, а иногда и не поймаем. Да, и мимо утекает у нас все. И, в общем-то, я 0 плюс Викуськиным стираю. И вот 305-16 это умягчитель. Все-таки, когда очень частые стирки, и вроде бы есть маркировка 0 плюс и на взрослых, я все равно стараюсь стирать детским. Да и что там застирывать, да, ребенок ночь поспал, что там с этим бельем, все в порядке. Так, это такое чистящее средство с микрогранулами. Такое вот светленькое, хорошенькое, да, то есть вот такое оно. И оно не как пемолюкс там, оттереть все на свете. Оно с нежными такими микрогранулами, которые не портят поверхность. Ну, полировку там, конечно, им не помоешь уже, но испортит. Идет с ароматом такого лимончика, еле уловимого. Он не сильно пахнет. Артикул 302-53. Ну, все можно чистить, абсолютно все. Что вообще можно этим делом чистить? Мне нравится. Дальше. Это второй теперь по любимости новинка Soyeon. Нерали гибискус, кондиционер для белья. Тоже прям очень понравился. Артикул 300-17, до 30 стирочек нам обещают. Ну, в общем, покупаю уже не в первый раз и прям в восторге. Он точно-точно такой же жидкий, приятный, удобный, с такой же вот крышкой. Вы налили, а потом вы слили в отдел для стирки, закрыли, и у вас ничего нигде не пролилось. Очень приятно, конечно, когда ничего не морается. И, в принципе, все у нас идет так, с такими вот крышками, да, видите? Все так и идет. То есть хорошо вообще. Значит, это у нас гель-концентрат для стирки детского белья. Тоже 500 мл. Стираем, дочки.
тоже с ионами серебра, тоже 0+. Подходит для белья новорожденных деток. Ну, мы вот своей 10-леточке. Скоро уже через 2 месяца 11. Далее концентрированный гель для стирки, для цветного белья. Артикул 308-42. Очень плохо с ним выцветают цветные вещи. Очень плохо, очень хорошо он стирает. Здорово прям. Дальше. Пятновыводитель кислородный универсальный. Это мы наливаем в машинку. Вручную он не подойдет. Тут, конечно, написано, что он подходит для машинной стирки, замачивания. Да, вот это все. Но без перчаток я бы не рекомендовала. Все-таки он немножечко, как перекись водорода, чуть-чуть поджигает кожу. Вот я это прям заметила. Мне не нравится это ощущение. Но в машину я его наливаю с превеликим удовольствием. Следующая красота. Это наша с вами салфеточка, которая уже, не знаю, сколько лет ее выпускают. Мой фаворит с артикулом 110-31. Салфетка универсальная. Ей можно делать все. Все, что вы захотите. И сухая уборка, и влажная уборка. Все это обычная такая вот махровая, классная, мягкая, суперская салфеточка. Хоть посуду мойте, хоть пыль вытирайте, хоть столешницы протирайте, фартуки. То есть без разницы, да, все, что хочется. Так, далее. Вот эту губку прям захотелось мне открыть. Это прям моя любимая любовь. Она, с одной стороны, такая вот прям грубая. С другой стороны, такая же вот мягкая, как та розовая салфетка универсальная. В общем, очень крутая губка, классная мыть, мега удобная. С артикулом 910-075, идет с антибактериальным эффектом, размер 13/9. Великолепно просто. Далее спрей для очищения стекол с антизапотевающим эффектом. Он у нас все 9 лет, вот как я в компании, он у нас один. Было обновление, улучшение формулы и так далее, но у нас вот это средство одно, и я им только им и пользуюсь, и даже рада, что у нас нет выбора, потому что не знаешь, какой пятновыводитель. Не знаешь, какой порошок, столько выбора, да, и капсулированный есть, и гель в капсулах, и гель так наливать, и порошок так накладывать, не знаю, что купить, но опять-таки чего-то нет, другое заказываешь, без разницы, чем пользоваться, потому что все хорошее, это уже кому как нравится. И вот как раз-таки вот этот спрей для очищения стекол и зеркал, он дает антизапотевающий эффект, что очень приятно. Артикул 348, все удобно, здорово, классно. Вот этот вот распылитель, он мега прочный, мега классный, и его еще можно потом повторно для чего угодно промыть и использовать. Хоть цветы опрыскивать, хоть в огород. Не заканчивающийся такой распылитель. У меня уже и мама, и свекровь очень много таких распылителей забрали. Говорят, не выкидывай, нам они нужны. Также что-то моющее можно сюда налить и тоже ходить распылять. Разбавить с водичкой и ходить распылять. Тоже здорово. Далее спрей для очищения ванны душевых кабин. Цитрусовый микс. Ну, он так не очень вкусно пахнет, конечно, но мега круто отмывает. Артикул 30-091. Тоже моя любовь. Попрыскал. Минут через 10 пришел и душик все смыл. Очень редко что приходится чистить. Если делаешь это, допустим, хотя бы раз в неделю, то очень редко приходится что-то чистить и скрести. Он все так вот отмочит и всю грязь так вот и заберет. Так, нашла я миленький чек, весь понятый. Да, это вот такой вот здоровенный заказ вместе с предыдущей еще коробочкой на 19 тысяч рублей. 9 тысяч скидка по цене каталога. Представляете, да, какой вообще объем. В некоторых компаниях, вот мне очень это смешно наблюдать, вот они эти деньги платят. То есть они эти деньги заплатили, и потом им начисляют эти деньги, да, то есть с нас компания эти деньги просто не берет. А некоторым начисляют кэшбэк. И берет вот эту сумму с этих людей, и люди потом радуются, говоря, что мне начислили кэшбэк, вот моя зарплата. В общем, извините, я смеюсь, но мне тут недавно консультант, ой, не помню, из какой сетевой компании, пишет, что нам уже зарплату с первой покупки выдают. Я говорю, то есть мы эти деньги им не отдаем, а вы эти деньги им отдаете и радуетесь, что вам вернули ваши деньги, которые вы можете потратить только на то, чтобы, извините меня, купить там же, в этой же компании? Она такая говорит, ну да, вообще-то. Я говорю, ну, сами вы согласились, сами вы как бы понимаете, она такая, ё-моё, в той компании нужно заплатить полную стоимость, вот это падает на кэшбэк через месяц, по-моему, и вот это мы тратим, думая, что это зарплата, но это нифига не зарплата, это такая же наша скидка от цены каталога. Понимаете момент, да? Поэтому очень рада, что в компании Faberlic такого нет. И надеюсь, не будет. Надеюсь, она не будет на эти компании смотреть и делать так же. Очень буду счастлива, потому что у нас уже был кэшбэк, но его нафиг. Люди просто ругались, почему они должны свои деньги выцарапывать. Они не привыкли их платить. Ну, это так, для информации, потому что я, если честно, одурела. Но очень хороший маркетинговый ход. Человек свои деньги, да, даже тот, который понимает, он их хочет выцарапать, согласны. И все равно он будет и будет делать заказы, и будет
приходит, и вот выводите эти деньги, да, а я просто их не плачу. В компании Faberlic мы их просто не платим. Так, далее очень крутая салфетка для стекла, алмазная грань. Ее не нужно ни мочить, ничего с ней не нужно делать, просто протираете так, как оно есть. Потом постирали и снова также протираете. Стирать эту салфетку строго без кондиционера, иначе будут разводы у вас потом, и скажете, что салфетка фиговая, но на самом деле кондиционер в таких вещах не друг и не помощник, имейте в виду, но салфетка просто бомбезная, ничего не надо, просто протер и все. Размер 35 на 35. В прошлый раз у меня такая салфетка пролежала чуть не месяц. Ну, во-первых, мы не каждый день трем стекла, во-вторых, где-то ребенок что-то заляпал, быстренько протер, положил, и вот она у меня без стирки даже, наверное, полтора месяца пролежала. Потом я думаю, блин, она уже, наверное, пылью у меня там в шкафу покрылась, думаю, дай-ка постираю. Постирала с кондиционером, начались разводы. Девчонкам пишу в продуктовый час, что за ерунда, они говорят: Ань, так, блин, ну, не тебе ли говорить, что кондиционер и мытье стекол, это, ну, не совсем то, что нужно. И я такая: ё-моё, в общем, не тормозите, как я, не портите салфетку. Потом, значит, салфетку я запустила вместе с другими салфетками, когда они накопились, с порошком, но без кондиционера, и все. Начался кайф. Вот, и сейчас я еще одну такую заказала. Почему? Потому что еще свекрови хотела заказать, маме хотела заказать. Ну вот опять не переправила в корзине. То есть если у меня такое, когда я тороплюсь, я могу не переправить, к сожалению. Было бы очень хорошо, если бы компания Faberlic давала заказать сразу столько, сколько нужно, а не когда в корзине переправляешь количество. Вот бы нам такое сделали. Далее, артикул 308.09. Это ультракондиционер для белья, ароматерапия 3 в 1. Оно идет биоразлагаемое. Это экзотический оазис, это четвертый у меня по любимости теперь. У меня уже такая пирамида создана из ароматов, да, он тоже беленький такой, приятненький, хорошенький, никаких, в принципе, да, нареканий к продукту нет, замечательно. Ну, такой же, как и все, только вкус другой. Так, мой must-have салфетки от пятен, обожаю их, просто 20 штук. Сегодня они спасли мой халат. Я с утра решила меда ложечку скушать и на грудь капнула. Тут же салфетками убрала, да, ну, представьте, только после душа, да, только свежий халат одела и стирать халат. Зачем? Вот, пожалуйста. И до вечера я этот халат доносила с превеликим удовольствием, безо всяких на то проблем. Зачем застирывать вещи, когда есть такие салфетки? Артикул 305.52. Убрал и все. 20 штук в упаковке. Шикарно, шикарно. Хватает надолго. И заказала я их, кстати, очень много. Далее. Вот такая вот. Это уже такая двухсторонняя грубая салфеточка, я бы так выразилась. Салфетка для кухни. Одна сторона у нее идет такая прям ребристая, грубоватенькая, но тоже тканевая, а другая сторона идет такая вот с узорчиком. Ее можно, по-моему, подвешивать, если я не ошибаюсь, да-да-да. И такая вот на нее очень хорошая аннотация. Это новая разработка, двухстороннее плетение, с одной стороны рельефные, для протирания любых видов поверхностей, столешницы, стола, холодильника, дверей, ванн, в общем, без разницы что. С другой стороны, ребристые для эффективного, но вместе с тем деликатного очищения сильных загрязнений, то есть плиты, кафель и так далее. Ну, честно, если сильно пригорело, то это слишком нежно. Это слишком нежно, как бы честно-то сказать. Но салфетка того стоит. Прям крутая. Так, салфетки универсальные. О, я думала, я их сняла в прошлом обзоре. Они еще и тут попались. 305.50 с антибактериальным эффектом. Мои прям любимые любимчики. Далее маска-шапочка. В следующем моем обзоре 10 штук. Увидите, опять заказала одну. Очень понравилась. Супер-мега-маска. Вот тут вот. Увидите, да, меня в ней. Это невероятная просто красота. Очень нравится такая масочка. Прям крутышка. Очень хорошо восстанавливает волосы. Волосы такие мягкие. Волосы такие блестящие, такие послушные. Такие хорошенькие после нее, мягонькие, укладочку хочется сделать, и с феном они такие послушные, блестящие, рассыпчатые. В общем, все, тавтология началась. Шапочка восстанавливающая для поврежденных волос — это просто мега крутая штука. Девчонки в эту шапочку умудряются еще потом ее использовать еще, налив туда там просто кондиционер, еще что-то. Ну, все мы с вами знаем, когда мы создаем тепло под пленкой, конечно, все это усваивается в 50 раз больше, поэтому шапочку еще и повторно потом используют под маску для волос, еще что-то. Да, 7207 артикул. В общем-то, классная штука. Беру с собой даже в поездки. Почему? Потому что в поездках я очень, из-за того, что часто хожу на сцены, очень сильно жгу волосы плойками, выпрямителями и так далее. И, конечно, мои волосы это не устраивают, они начинают крошиться, а с этой шапочкой как
как-то вот я даже начала волосы отращивать, хотя и бальзамами, и всем тоже пользуюсь. Так, дальше многофункциональные салфетки для уборки. Состав тут идет чистейший, тут бамбуковое волокно и целлюлеза и полипропилен. То есть они идут как биоразлагаемые, многократное у них идет использование, их можно, кстати, стирать, но мы их что-то так и не пробовали стирать. Ну, говорю честно, как оно есть, да, подходит для любой поверхности, не оставляет следов разводов. У меня даже их мастер маникюра для себя берет. Почему? Потому что они не оставляют ворсинок, очень хорошо ухаживают, удобно. Артикул 910-269, вот такие вот бамбуковые красотки. Она посчитала и говорит, твои на 5 рублей дешевле. Я, говорит, буду у тебя брать. Я говорю, ну окей. Что мне жалко, что ли? Далее, это идет тяжелая артиллерия, как я называю. Губка-вредитель. Не знаю даже. Я за все-таки деликатную уборку, но бывают такие вещи, которые ну никак не ототрешь. И вот такая вот злая губка с металлизированной нитью уже ототрет все, что нужно. И чайники, и все-все-все, да, все, что пригорело. Артикул 910-434. У нас такая губка может год-два валяться. И изредка мы ей пользуемся. Почему? Мы попользовались, посудомойку поставили, она там помылась, обтекла, и убираем на место очень редко, потому что она портит поверхность. А у меня каменная столешница, каменный фартук. У меня, ну, мебель такая дорогая, и редко куда мы ее применяем, но все-таки она нужна. Предыдущей было года полтора, и мы ее вот выкинули недавно из-за того, что все-таки генералили и где-то да пригодилось. Далее ассортимент мыла. Такое мыло нам подарила компания Faberlic, устраняющее запахи, экзотический оазис. Запахи действительно хорошо устраняет. Так, это у нас идет бархатная орхидея 302-10. Ну, тут мыло, которое подходит для устранения запаха всем. Просто у него идут разные ароматы. У кого какой носик, да, с какими прибамбахами, как мы смеемся, да, кому-то малинковый надо, да, кому-то фиалковый. Это у меня дочка так малинковый называет, маленькая, поэтому. Масло лаванды, тоже 5 мл, такая вот красота с аннотацией. Тоже можно его добавлять и в кремы, и в ванную, и в аромадиффузер, и в увлажнитель. В общем, куда захочется, чистейшее масло лаванды с артикулом 1341. Он идет, как освежает, охлаждает кожу, восстанавливает после косметических процедур, успокаивает, да, то есть это релаксант идет чистой воды, заботится о раздраженной коже, после укусов насекомых, в общем, у него такой широкий спектр, в общем, лаванда всегда должна быть, хотя это одно из самых дорогих масел, в принципе, в компании Faberlic, вот я вот так посмотрела, но оно и реально того стоит, это классно. Далее, профи-диск, который нравится прям всем-всем при всем, даже мой врач, я пришла, а у нее в кабинете, ну, у нее раковина стоит, там можно ручки помыть, к ней на прием прийти. Представляете, у нее и то на раковине это лежит. Я говорю, ты где взяла? Она говорит, заказала. Я, говорит, как увидела, сразу заказала. Очень, говорит, удобно, классно, хорошо чистится. Тут еще, видите, он не просто такой вот, да, а тут идут такие, как сказать, колючечки. Ну, слушайте, как-то бы вам показать, чтобы вам удобно было. Вот такие вот прям колючечки маленькие, которые реально, вот вся вот эта вот голубая линейка, она реально очень хорошо оттирает, прям безумно классно, мне нравится. Артикул 910-485. Далее, такой разношерстный, да, заказ, это концентрированные средства от накипи для чайников и кофемашин, 4 штуки. Пользуемся им сейчас очень редко, чистим термопот. Но чтобы налить 5 литров в термопот, это все скипятить, ё-моё, сколько уходит воды. Да, чайник очень хорошо им чистится, кофемашины тоже хорошо им чистятся. 4 ампулы по 10 мл, артикул 302-59. Чистить можно им все, что угодно, как вы видите. Все, что захочется. Даже обычный чайник, который кипятится на плите, тоже им очистится. Ну, может быть, даже не с первого раза, если там сильно много всего. Тоже экологически чистое, биоразлагаемое средство. Так, еще одна красота. Концентрированный гель для стирки для деликатных тканей. Все им стираем. Курточки, нижнее белье, то есть все, 308-40. Далее средство для мытья посуды, ультраконцентрат для мытья посуды, тоже с нашим новым ароматом, оно идет 0+, артикул 308-11, тоже прям очень вкусненькое, приятненькое такое, летнее, можно так сказать, свежее. Далее концентрированный гель для стирки, точно-точно такой же. И последнее, это гель-концентрат для мытья посуды, кумкват и питайя. Вот он у меня, кстати, был открыт и немножечко протек. Такое бывает, да, то есть тут было закрыто, а тут было, видите, чуть-чуть открутилось, но ничего страшного, даже практически ничего и не заморалось, да, как вы видите, хорошо он хранился, просто я сейчас коробочку повернула, и он начал протекать, а так он стоя приехал. Очень тоже такой легкий, свежий, еле уловимый аромат вот этих вот фруктов, да,
приятненький, конечно, очень. Ну, и еще такая вот последняя такая коробочка маленькая, да, тут, ну, тут все по-быстрому, да, все по-быстрому вам расскажу. Значит, жидкое мыло, вообще что-то у нас мыло заканчивается, и я заказала, просто увидела по бонусу за покупку, да, на втором шаге у нас с вами идет такая программа, бонус за покупочку, и, как вы видите, я заказала кучку разненьких, мне нравится, стоит про запасы, стоит, супер, да, и ароматики разные. Значит, я заказала черничное, черничный капкейк 29-32, такой яркий сладкий аромат. Это грушевый парфе 29-35. Тоже сладенькие такие ароматы. Оранжевая меренга. Очень яркий аромат 29-34. Потом, значит, стрефбери. Господи, что это? Клубника, вспомнила. Клубничный маракон 29-65. Так, ну и пасбери. Это малина. Малиновый мильфей 29-31. Они все такие, знаете, ближе туда, к кондитерскому цеху. Как мы смеемся. Да, больше такие сладкие, приятненькие. Иногда хочется какое-то разнообразие, но я, если честно, больше особо так не люблю, чтобы они были прям все время сладкое мыло. Мне вот не надо это лично, да. Я больше люблю свежий сезончик, что-то такое вот озоновое. Далее, это у нас идут набор палочек из фибрового волокна для ароматического диффузора. Вот очень люблю свой ароматический диффузоры из линеечки Aromeo с артикулом 10074. Постоянно их покупаю, а палочки забыла. Так, кисточки купила по распродаже 910-136. Это кисть для тонального крема. Очень хорошо ложится тональный крем, прям кайфую. Так, рефрешер для одежды, лаванда и бергамот. Вот, кстати, про кисточку, я тут ее постирала, и она у меня одна была, да, то есть я ее постирала. И понимаю, руками, ну, не то. Тут все-таки в каждую и порочку, и еще что-то везде попадет, да, то есть, а руками вот эти все поры, их видно, пришлось мочить спонж, и спонжем уже вот шлепать, нет, все-таки кисть — это находка. Спасибо человеку, который создал кисть для макияжа. Далее, рефрешер для одежды и тканей, это и освежение, реально убирает все неприятные запахи, там можно освежить футболку в течение дня, вдруг мало ли, да, нет возможности на свежую заменить в жару, можно постельное белье освежить, и как вот некоторые говорят, меняем раз в 4 дня. А ну, а ты хочешь, чтобы поменяли сегодня, но никто тебе его не поменяет. Ну, ты же не дома, да? То есть, ну, как бы вот такие вот моменты. Ну, и плюс, если футболка мятая, зачем ее гладить, когда можно побрызгать рефрешером, встряхнуть, одеть на себя. Он мгновенно практически высыхает, и все. 302-89. В общем, погладить, освежить. Такая вот красота. Даже им носки можно освежить, да? Что угодно. Ну, вот всякое в жизни бывает. Далее, значит, вот такая красота. Это два вида лака для волос, которые мне очень нравятся. Вот этот как бы идет для волос подвижной фиксации, да, если волосы распущенные, просто кудряшки побрызгать — отлично. А вот этот лак прям для создания причесок 2707. Это с железной фиксацией, как я прикалываюсь, хотя он называется просто сильной фиксацией. Вот, далее мусс. Ну, очень-очень редко им пользуюсь, но пользуюсь. Мусс для придания объема волосам 2701. Тоже довольно-таки классный, удобный. Тут хорошенькая такая пеночка. Сейчас чуть-чуть брызну. Получится, не получится, да, то есть вот такой обычный мусс, приятный такой у него ароматик, в общем, все здорово и классно. Так, еще одни палочки, это детская подмывалочка, детский гель для интимной гигиены, артикул 3266, 3+, вообще нравится, честно, очень нравится. Так, дальше, пуртужур, у нас с вами получается с артиклом 8125, один из самых моих любимых гелей для душа. Просто обожаю его. Так, он теперь защитной мембраной пошел. Господи, новая упаковка у нас. Раньше так не было. Раньше мы тут просто срывали, а сейчас, смотрите, защитная мембранка у него появилась. Он такой беленький, хорошенький, приятненький. Это свадебный аромат основателя компании Faberlic. И очень часто, кто его покупает, потом пользуется, ой, как громко, потом пользуется им долго-придорого. Это зеленая нежная нежность, цветочная, в общем, очень вкусно. Я прям хочу, прям люблю им мыться. Такое ощущение, что ты моешься каким-то мега крутым, дорогим ароматом, хотя на самом деле он стоит совсем недорого. Далее, укрепляющий бальзам для всех типов волос. Катя у меня любит вот все такое вот. С утра просыпается, всем говорит, конничива, то есть здоровается там по-китайски. С артикулом 7927, вот специально для нее беру вот с этой вот атрибутикой.
вот чисто вот из-за этого беру. Но на самом деле он реально укрепляет, он классный, он идет с камелией, и ее натуральные волосы просто замечательно с ними работает. Так, это у меня, как я смеюсь, дорожный шампунь. Очень мне нравится. Концентрированный. Артикул 1998. Его реально на очень долго хватает. И плюс шампунь идет еще и укрепляющий. Это просто великолепное событие, что в компании Faberlic такой попался. А сколько бы я ни брала сухих шампуней в различных компаниях, да, и на Вальберис, Greenway и так далее, ну, мне ничего не подходит. А таскать с собой вот такой шампунь 400 мл, ну, извините меня, мне не хочется. А вот этого шампуня мне на 2 месяца может хватить. И нам, например, с Антоном вдвоем, да, то есть нам его хватает на всю поездку, даже если поездка 3-4 недели. Вот у нас тут поездка была 28 дней, мне хватило, еще вот столько осталось, но я просто уже оставила в номере в Кыргызстане. А почему? Ну, потому что зачем вот это вот чуть-чуть тащить? Я оставила. Но на самом деле я кайфанула. Артикул 1998, он мне очень подошел, муж вроде бы тоже не жалуется, и прям штука классная. Тем более он идет как укрепляющий, то есть тут еще и как бы уход замечательный. Любимый гель для душа моей дочери, это прям пудровая пудра такая, Феерика Сенсуэль, прям няшный женский аромат, прям вот тот, который я не очень-то, честно сказать, люблю. Он неприятен, но носить его на себе я не желаю, например, да, то есть это вот прям такая, ну нет, да, такая пудровая сладость, прям вот. Он очень хорошо у меня покупается, и гель для душа. И вот этот аромат Феерики Сенсуэль, его больше всех у меня берут, покупают. Честно скажу, что это не мое, вот прям не мое, но приятненько. Вот когда от кого-то я такой аромат, да, слушаю, мне приятненько. Себя нет, не хочу. Может, он как-то на мне не так, может, там есть какая-то нотка, но мне не нравится. Но Катюша моя и парфюм, и гель для душа этот очень любит. Так, далее ламинирующий шампунь, называется жидкий шелк, в линейке еще есть бальзам и сыворотка, прям идеальное сочетание, реально волосы такие блестящие, рассыпчатые. Я сейчас в более темный цвет покрасилась и, конечно же, хочу попробовать, как оно будет теперь на более темных волосах, будет ли так же блестеть и переливаться, как на светлых, но светлые хорошо так переливаются и реально намного лучше укладываются. Артикул 10.083, он и очищает пряди и кожу головы, придает волосам гладкость, шелковистость, усиливает сияние волос, гидролизированный шелк тут идет в составе и, конечно, биотехнологический комплекс укрепления корней волос. То есть прям все здорово и классно. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Кунова Аня. До встречи с вами в новых видео. Рада была быть вам полезной.